В этот день в московском отделе охраны собрались руководители, сотрудники подразделений Департамента охраны Министерства внутренних дел Брестской области и почетные гости по особому и важному поводу. Им предстояла почетная миссия – стать свидетелями и участниками значимого события – торжественной церемонии вручения ключей от 4 новых служебных автомобилей. Департамент охраны – это мобильная организация, обеспечивающая безопасность в нашей стране. И ее работа во многих ситуациях зависит от количества, технического состояния и оснащения автомобилей, которые позволяют оперативно прибыть на место преступления, происшествия или на вызов по сработавшей сигнализации. В январе месяце мы приобрели транспортное средство для милиционеров-кинологов «Лада Фемида», которое специально было разработано по нашему заказу для того, чтобы перевозить служебных собак для поиска преступника по следу. Сегодня мы приобрели транспортное средство для работы в городской черте. В рамках подведения итогов работы за 2022 год начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел генерал-майор милиции Александр Шепелев с пожеланиями безопасного движения на дорогах, успехов в нелегком труде на благо народа и государства вручил ключи и документы от 4 новеньких автомобилей марки «Джили» начальникам Московского и Ленинского отделов охраны города Бреста, а также руководителям Пинского и Барановичского отделов. Данное транспортное средство является оперативными, они имеют право отклоняться от правил дорожного движения для скоротечного прибытия к местам преступления и происшествия. Кроме этого, департамент охраны для своевременного прибытия к объектам, откуда поступает сигнал тревоги, дооборудует инженерными техническими средствами. Чем важно получение новых автомобилей для нашей работы, это увеличение мобильности и быстрейшего реагирования на сигналы тревоги, а также на сообщения о преступлениях, административных правонарушениях. С этим служебным автомобилем качество нашей работы повысится. И хочется при этом выразить благодарность нашему департаменту охраны за то, что периодически обновляют наш автопарк, тем самым облегчая нашу службу. Новый служебный автомобиль с хорошей динамикой и комфортным салоном на 177 лошадиных сил, оборудованный сигнальной системой и автоматическим рабочим местом, теперь станет надежным помощником в решении служебных задач. Ведь при поступлении сигнала тревоги время прибытия сотрудников департамента должно составлять не более 7 минут. В эти моменты скорость решает все, ведь ценой каждой минуты может стать человеческая жизнь. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.